Добрый вечер. Сегодня 1 августа 2016 года. Там запад, там восток. Я иду с востока. Вот такой лес. Прошелся. Короче, грибы местами и по своим местам. Время 18:11. Вот сейчас подошел к своим местам. И посмотрим, сколько найдем, будем говорить, минут за 15. Даже, может, меньше грибов. Вот, пожалуйста, первые подберезовики. Мы их брать. Лисичечки, подберезовики. Идем дальше на свое место. Вот здесь должны были быть белые, но не видать. Подберезовики есть, молоденькие. Но подберезовики меня совсем не привлекают. На таком небольшом расстоянии уже штук 6 подберезок и лисички, да? Так что на ужин запросто можно набрать. Поэтому, а я, будем говорить, только вошел в лес. Не вошел, а именно на свое место. Значит, я найду здесь по-любому. Вот такая осока начинается. Сколько пробовал искать, ну, будем говорить, процент грибов на ней, на осоке 20%. А вот на таких плешивеньках 80%. Сыроежечки красивенькие, сыроежечки. Я лучше предпочитаю подберезовику, потому что когда они отварятся, становятся крепкие, приятно хрустят. Так, вот она дорожка. Ага. Там запад, нам, значит, в эту сторону, на свое место. Ну вот подберезовики бы. А вот он. Вот он. А это подосиновичек. Подосиновичек возьмем. Красавец. Подосиновичек возьмем. Время 15 минут. 4 минуты прошло. Идем дальше. С этой стороны подосиновики всегда. А с этой белые. Вот сейчас мы просто
на взгляд, так, на вскидочку. Глянем. Повернем лучше направо. Сейчас подойду к поваленной березе. В том году я собирал там белых. Правда, попозже. Но сейчас тоже уже пора время им там быть. Валуй. Вот она, поваленная береза. Здесь можно замедлить ход и повнимательней будем смотреть под ноги. Против солнца не видно. Пойдем по солнцу, чтоб солнце было в спину, тогда гриб видно. Ну вот, первый улов, это белый. Значит, так вот садимся на корточки, не спеша, и осматриваемся, может, где еще есть. Вот вижу еще один, какая-то ножка тонкая. Ну, тоже белый. А вон еще, вот. Ну что ж, как говорится, удачно зашел. Вот он еще. Вот он, малек совсем стоит. Ну что ж, уже приятно. Так, ну, здесь мы не потеряем грибы. Вот она, поваленная береза. Еще осмотримся. Вот этот беленький, это, я думаю, он только сегодня вырос. Потому что вечер сколько? 19 минут, прошло 9 минут. 8 даже, да? Где? 11 было. 8 минут прошло. И вот уже сколько грибов можно было собрать. Вот вижу еще один. Вот он еще. Тоже белый. А вот она, тропинка идет. Вот поваленное еще дерево. Лисички. Грибочки вполне есть. Так, пройдемся. А не, пройдемся вот здесь. Здесь подосиновики всегда я находил. Вот еще
Это моя пшикалка, но не пшикает уже. Так, на всякий случай. А вот подосиновый. Вот он, подосиновичек. Что-то один. Некрасиво совсем как-то. Ну вот, 10 минут прошло, и уже столько грибов. А вот он, пожалуйста, пожалуйста, где он там? Откуда-то видел я же. А вот он, вот он, вот он, братишка, тоже. Тоже по-любому только вылез. Так что вечером тоже совсем неплохо ходить. Ну ладно, вернемся, белые срежем.